Выбрался, блин, на поверхность, собрал лампочек, а тут смотрите. Тут, блин, долбаны летучие мыши. Но заманим их на кактусы. Всем привет, я Скиф, это Don't Starve за Максвелла. Продолжаем играть и выживать. Я тут, в общем-то, нахожусь на вулкане. У меня еще пока что вроде как и есть тут возможность подобывать кактусов и упереть их в мир Гамлета. Это бы нужно сделать. Кактусы где-то, блин, с того края вулкана. Это немножечко неожиданно. Здесь у меня еще остались останки додошек. Я победил крампусов, но это мне, примерно, ни черта не дало. Они не дают мне мешок крампуса никак. Я уже не знаю, что делать. Ну, будем пытаться, конечно, еще выбить мешок. Не сейчас, а может и сейчас, хз. Посмотрим. По-моему, эти попытки могут длиться бесконечно. Бегаю, значит, добываю кактусы. Добываю их способом поджога. Соответственно, надо 4 где-то горящих предмета рядом с кактусом разместить. Так, причем он, зараза, рабочий. Поэтому надо аккуратно. Да, блин. Аккуратней, еще аккуратней. Вот так вот. Этого, по идее, должно хватать, если я все правильно расположил. Поджигаем. И смотрим на эффект. Сейчас кактус должен отлететь. Один я кактус нашел разрушенный. Его там уже... кто тут? Вот эти вот ребятки, короче, видать, побили. Драгуны. О, вспомнил. О, минус кактус. Ништяк. А у меня с собой же трость есть, да. Трость есть, у меня там ветки закончились. Надо бы вообще отсюда сваливать по-хорошему. Что, чем я тут ночью сам себе подсвечивать буду, не особо понятно. 3 кактуса добыл. Это не так много, как хотелось бы. Давай, наверное, бахнем кофеек. И под кофейком я уже могу более-менее нормально пробежаться и посмотреть. Может быть, где-то еще такие вот кактусы найду. Уже как бы поломанные, да? С другой стороны, я могу побыстрее сделать. Вот так, оу. Надо только аккуратней. Правда, здоровье теряю. Но так явно быстрее, чем бегать поджигать. И немножечко так могу себе позволить побегать. Мда, на базе то еще печальное зрелище. Мне надо хотя бы какую-то минимальную уборку здесь сделать. Аккуратненько, да? Скорее всего, как и писали в комментариях, огонь откуда-то отсюда пришел. Какая-нибудь птица или еще кто-то какую-нибудь семечку оставила. Ее как-нибудь сдуло. Короче, как тут все загорелось. Вкратце опасно вот с этим всем делом селиться, конечно, рядом. Либо еще какая-то там причина нашлась. В общем, мне не повезло на 288-й там, 280 какой-то там день, да? Приключилось несчастье, хотя суммарно уже 418 дней прожито. Так, ну и там один крокодильчик, это потому что я с вулкана спустился. Ничего страшного, я думаю, убегать особо далеко смысла нет. Я тут уже успел даже клыков накопить. А еще минус в том, что звук. Слышите, как это работает? Вот такое чувство, что звук подлагивает. Это вот эти вот трещины, они очень как-то глючно работают в плане звука. Короче, не круто ни разу. И мне бы надо какой-нибудь шлем. Чтоб меня не задамажили, а то у меня здоровье вообще ни о чем. А, и крокодильчик не знает, как пройти. Иди сюда, бедолага. Отмучился. С другой стороны, надо же мыслить-то позитивно. У меня вроде как и даже все лишнее сгорело. Я даже не знаю, что тут могло сгореть-то особо. О, кстати, обсидиан есть. Вот эта шкура не особо нужная. Целый стак. Паутинка хотя бы не сгорела, отлично. Но много чего сгорело, наверное. Я уж не помню, что тут было. По-любасу была трава, бамбук, вот это все, да? Ну ладно, я в общих чертах поставлю пару сундучков, скидаю туда все. И как бы на этом, наверное, дизайн базы в кораблекрушении будет закончен. Что мало ли опять что-то сгорит. Я уж теперь боюсь реально. Так, сколько могу сундуков? 4 целых сундука, офигеть. Хотя бы 4. Хотя бы 4. Я хотел бы еще разочек Крякина попытаться призвать. Если получится, было бы круто. Сколько там дней прошло. Но если на тот момент еще недостаточно, когда мы его пробовали в предыдущий раз, то к текущему моменту, я надеюсь, уже достаточно прошло времени. Так, Бейкин, сдержи. У тебя 21 монетка есть. Еще надо будет в автомат сгонять поиграть, кстати. Совсем про это забыл.
Опаньки! А вот в этот раз про канала. Попытка призыва. Подожди, мне кофе надо. Тих-тих-тих. А теперь в режиме ниндзи. Иди сюда. Надеюсь, что-то годное из тебя вывалится. Ну, все у нас не зря, да? Опа, погнали. Лодка у меня целая. Я ее специально подчинил. Оружие должно хватить за глаза. А на самом-то деле у него хп не особо-то и много. В прошлый раз, видать, мне либо очень сильно не повезло, либо не прошел еще период между возможностью очередной его призыва. Такс. Ну и по идее, последний раз осталось ему навалять. Гудбай. Гудбай. Хм, трость. Неплохо. Сойдет, но это и так понятно, что выпало бы. Тулицитовые шмоточки, дублончики. Игра как бы намекает. Пора в казино в местное отправляться и пытаться что-то там выиграть. Возможно, еще что-то интересное сможем там добыть. Ну и надо бы биолюминесценции наловить. Даже смог выговорить сходу, офигеть. Потому что все у меня не заправлено, все что только возможно. Вот это надо подзаправить. Тебя тоже надо подзаправить. Правда, сачок я взял не самый полный. Ну да ладно, хоть что-то, хоть как-то. У меня еще тут кит где-то неподалеку. Сейчас быстренько до него тоже догребем, проверим. Две биолюминесценции у меня еще с собой. Берем мачете, где-то тут был кит. Точно помню, что он был. А вот он. Как я его раньше-то не заметил. Он вроде бы готов, да? Да, определенно точно. Может быть, уже даже очень давно он готов ко всему. Так, это не особо прикольно. Подзорку я, пожалуй, заберу единственное, что. Кокос? Хм, пару видов, пару... Три паруса разных, да? Самых бичевских чуть получше. Да, бесполезный. Резюмируем, нам нафиг это все не надо. Ну ладно. Ну, единственное, что подзорочка, я ее потом улучшу до супер подзорочки. Для этого надо еще, правда, акулу вальнуть. Но мы это тоже провернем, только не в этот сезон. Блин, тут, конечно, повсюду эти кони мешаются, но я хочу рыбку забрать. А, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо меня бить. Я тут как долбанный ниндзя. Все, заплыл-уплыл. Быстренько золото произведем. Два штуки. И еще плюс абордажная сабелька. Лишней определенно точно не будет. Я с собой еще взял трапы. Для того, чтобы их разместить перед игровым автоматом. И может быть какая-нибудь живка хотя бы об них убьется. Или хотя бы покоцается. Было бы уже неплохо. Ой, какой тут срач. Еще и вы отравленные, да? У меня противоядия нет, да, с собой? И это слегка проблема. Что делать? Здорово. Давай по одному. Бикарасу вылетай. Твою мать. Так и отравили. Ладно, хотя бы противоядие есть. Бабочку. Сейчас мы быстренько излечимся. Да твою налево. Бабочка. Трофлишь. Спасибо. И спасибо. И тут еще подхильчики. Делай раз. Тынь-тынь. Делай два. Делай три. И вуаля. Я отхилился. Это все нафиг собираем. Минус рассудок. Но рассудок у меня очень-очень быстренько регенится. Поэтому не особо большая проблема. Ну и само собой размещаем ловушки. Еще плюс монетка. Давай как-то вот так разместим. Скорее всего, мне эти ловушки только мешать будут, конечно, собирать всякое. Но посмотрим, как дело пойдет. Погнали. Поиграем. Так, еда. Не совсем то. Да. Немножечко, конечно, мешают. Еду я пока буду в сторонку откладывать. Будем надеяться на что-то действительно клевое и интересное. Что-то эпичное должно уже выпасть когда-нибудь. С мешками Клауса... Ой, Крампуса не везет. Ух ты ж. Драгоценные камушки, слушай. Не то чтобы у меня их дефицит.
А, я даже Purple гемы не делал. Ну ладно, камушки я возьму, камушков мне не так-то и много. Хотя, не факт, наверное, царство гигантов есть там определенное количество. О, враги. Так, макаки. Здорово. О, отлично. Покоцались такие они. Такс. Кто? Пауки? Блин, и пауки мимо, большей частью. А вот до этого змеи были. Змеи прям идеально заспавнились. Ровно там, где нужно было. На ловушках и на ловушках на этих самых и откинулись. Но что-то пока ничего особо интересного не выпало. Две, конечно, есть шапки для призыва птичек. Для более эффективного их призыва, да? Спавна, скажем так, даже не призыва. Так, все сюда скидываем. Тут уже куча мусора просто. Давай еще что-нибудь ценное, пожалуйста, подкинем. Я уже устал играть в этот автомат. Потому что у меня в основном сектор борода на барабане. О! Хотя бы набор для шитья. Уже что-то. Ткань не особо сильно-то надо. Эта шапка тоже не, вообще трындец как не надо. Смысла Максвеллу от нее не особо много. Ладненько. У меня вон и дротики есть усыпляющие, если что, вдруг каких-нибудь макак вылавливать. Давай еще раза три сыграем, наверное, я готов отсюда сваливать. О, враги. Кто? Макаки. Уже сразу пришмотнились. Спать. Минус. Как знал, что вы приволокетесь, зараза. Ну, теперь у меня один дротик. Черт. Всех не смогу усыпить. Ну ладно, две попытки. Даю тебе, игра, ровно два шанса мне подкинуть что-то действительно крутое и классное. Нет, не сектор морковка. Спасибо. О, питайка. Но я их не выращиваю, поэтому как-то пофиг. Да, игра, я тебя понял. Ладно, сваливаем в царство свинок, я думаю. Ну их нафиг. В этом кораблекрушении всех. Базу мне сожгли. Мешок Рампуса не дали. Обидели по всем фронтам. Ну и в принципе основное я взял. Возьму даже питайку, попробую их там поразводить. И вроде бы взял кактусы с собой. Такс. Набор для шитья, эту шапку на всякий. Золото взял. По идее я готов, погнали. Гамлет. Ну и само собой, что бы вы думали, здесь кровавая луна. И нам придется как-то с этим жить. Выживать. Каким-то макаром тут свинг сбичевалась. Плевать ей на кровавую луну. Топливо мне куда скинуть? О, сюда, отлично. У меня тут достаточно дофига на самом деле этого топлива. В доме пока что безопасно, нас пока что не спалили. Надо начинать двигаться. Так, кактусы я пока скину. Это все у нас подшито. Ремкомплект дополнительный пока скину. Золотишко, сколько у меня вообще золота есть. Деньги какие-то есть, но они мне сейчас не особо-то пригодятся. Эта шапка может пригодиться, но мы ее позже где-нибудь возьмем, разместим. Так, берем оружие. Оружие есть. Броня, броня, броня. Мне желательно по фулови. О, стопроцентная броня. Замечательно. Хилы, 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 хилы. Так, пару хилечков. Сгодятся, скорее всего, нам в дороге. Что здесь нам могут доставить неприятности и очень активно. Поэтому желательно запастись еще кофейком. Дорога-то не особо близкая. Кружки три кофейка мне бы абсолютно лишними не были. Капец! Упырыш! Как ты не вовремя тут выполз. Тебя бы немножечко в эту сторону отманить как-то хитро, да? Я забыл, что я тут мед не взял. Поэтому мне нормально кофе не получается сделать. Ой-ой-ой. 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 Лягушки, это не к добру. Так, свинка. Послужи для меня пушечным мясом, будь добра. Я еще и без брони бегаю. О, тут все цветки превратились в совсем жуткие цветки. Мне надо как-то исхитриться, приготовить еще кофе. У меня вон там две кружки есть. И сваливать нафиг. Вырубать это все безобразие. Ну и само собой, в подземельях тут нифига не просто. Тут повсюду духи свинки, которые не особо так, чтоб рады мне. Благо здесь путь не особо длинный, но повсюду еще лианы, и надо сквозь них продираться, блин, и делать это максимально быстро. О, тут, кстати, трава и всякое такое интересное. Так, жди, нам тут налево.
Черт, я пособирал, конечно, но не до этого. Чуть-чуть соберу, что мне совсем ее уже как-то мало. Главное, на кнопки никакие не наступить и не рипнуться внезапно. У меня тут, конечно, есть цветочек, но что-то как-то... Пусть будет, пусть лучше будет в запасе. Так, явно сюда. Я вроде бы успеваю. Отлично. Так, теперь налево. Я на всякий случай перестраховываюсь, то мало ли. Тут вообще куча говнарей. Фу, блин, страшно. Так, и отсюда нам надо бежать ровно вот сюда. Но это уже вроде без особых на то проблем должно пройти. А вот это уже подстава. Блин, благо я в броне. Сейчас бы было очень больно. Пока я там бегал тупи... Ох! Черт. Черт, 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 харе по камням наяривать. Давай в эту сторону. И мне как-то теперь надо разместить. Давайте вы не будете жать. Черт. Долбаные свинки. Еще очень неудобно это все прожимать. Нифига не видно из-за лиан. Вот как? Вот где-то было. Это сраная надпись. Походу придется лиана раздолбить, иначе ничего не видно, совсем ничего не видно. Вот. Так вот видней, явно. Все, отцепитесь, свиньи. Мне сюда. О, господи, сколько вас тут много. А-а-а. Самое забавное, что... А нет, не сюда действительно, и вверх теперь. Ай, хрему дохать. И там тоже лианы, и что-то свиньи, тут аж 5 штук. Кто больше? Давай, сваливаем. Активнейше просто. Сюда-мс. На что вы тут нажимаете? Не надо ни на что нажимать. А, блин. Конечно, гениально. Тупо гений. Так, ну практически в комнату попал. Свинки, тот еще геморрой. Отцепитесь от меня, пожалуйста. Я, видите ли, к цели своей иду. Ух, почти. Так, ну и все, лесом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мне надо вот в эту сторону вроде как сместить. И все будет хорошо. И мы можем теперь спокойненько выбраться на поверхность. Тут и птицы, и летучие мыши, и кого только нет. Так, птица, ты где там запарковалась? Забери меня отсюда! Черт! Походу, птица улетела. Блин, я был бы не против, чтобы она меня забрала. А тут какая-то... Просто толпень летучих мышей. Ну бы и в задницу просто. Сваливаем, бежим в закат. Такое ощущение, что птица до сих пор летает. В смысле? Она приземлилась и еще раз полетела? И так бывает. А пускай она меня заберет на самом-то деле, я заодно зайду там лампочек соберу. Давай, птица, забирай. Мне нужны лампочки. Давай, мой экспресс, забери меня скорей. Увози за 100 морей. Давай. Выбрался, блин, на поверхность, собрал лампочек, а тут смотрите. Тут, блин, долбаны летучие мыши. Но заманим их на кактусы. По крайней мере, постараемся. Что-то они отстают. Давай, не отставай. Кидыщ. Все. Минус. Сейчас еще сюда кактусов посадим. Их там, правда, не так много. Но все же. И вот этот надо еще кактусик пересадить. Отлично. А тут тем временем уже свинки вовсю танцуют, празднуют. Да, тут праздник. У всех. Тупо у всех. Может, в банке какие скидки там, я не знаю, праздничные, не? Нифига. Ну ты спасай вас. После этого. Так, а может быть тут что-то интересное в плане оружия? Абордажная сабля за 50, блин, монет. Не особо-то и заманчиво, если честно. Вот гранатки по 20-шке, они... Да, это еще ладно. Это еще может быть. Так, может в шапках что-то годное? Там Ашантор, не будь я Максвеллом, он бы мне мог пригодиться. В общем-то нет. Ничего особо полезного. Что у нас в этом магазине? Так, бревнушки живые.
В принципе, их можно прикупить по 5 монеток, это не особо дорого. У меня их вроде бы не особо-то и много. Здесь у нас что, глаз циклопа, паутинка, еще глаз циклопа. Ну, глаза циклопа у меня есть, их уже несколько. Ты не знаю, имеет ли смысл еще покупать. Ну и куча хлопушек, конечно же. Ну и аккуратненько, мало-помалу надо вот это все дело собрать. Это раз. Ну или почти все собрать, да? Вот этот кактус пересадить. У меня еще помимо него 6 кактусов есть, что неплохо. Я с собой взял пепел, дабы это дело сразу же удобрить. И у нас кактусы были в рабочем абсолютно состоянии. Теперь летучие мыши будут отхватывать гораздо-гораздо сильнее, когда будут прилетать. Что не может не радовать. Ночь. Так, давай сразу, наверное, высадим, а потом поудобряем. Это, наверное, будет... Черт, я не пролажу. Надо чуток дальше рассаживать их. Что мне-то надо сквозь них как-то бегать. Плюс-минус, да? А еще сейчас стемнеет, поэтому надо сделать так, сделать так. Не забыть, то меня же кактусы умудошат. И все вот это вот удобрить. Черт, черт. Главное в этот угол не забегать. Фиг выбегишь из него. Да, кактусов явно стало гораздо больше. Вот здесь по центру, по крайней мере, я могу спокойно передвигаться и искать убежище среди этих кактусиков. Ну и я собирался часть денег потратить, поэтому давайте, во-первых, тут немножечко ассортимент заменили. Ладно, я, пожалуй, глаз циклопа куплю такие. Фиг бы узнал зачем. Чешуйку может купить. Черт. Чешуйку куплю. Пусть будет. Много там сундуков сделаю потом, наверное. Но это не точно. Так, а бревнышки были у нас здесь. Они дешевенькие. Их грех не купить. Ууу, бронька за 20-шку. Минус деньги. Тупо минус деньги. Ладно. Броньку за 20-шку я тоже хочу. Просто хочу. Так, я хотел еще еды прикупить, ну да ладно. Давай посмотрим, у меня там золотишко было. И можно золотишко еще конвертировать в деньжатки. Че тут свинки ходят, радуются? Ну-ка, где ваши пляски? Все-таки-то вы не очень веселые. Я, знаете ли, тут жизнью рисковал. Где танцы? Ну и фиг с вами. Не, они, конечно, танцуют, но что-то как-то вяло нынче. Уже не то, уже привыкли. Так, это все размещаем. Сколько у меня там живых бревен? 12. Так, ну и денег что-то вообще, да, мало. Ладно, часть золота продам. Десяточку. Не так много денег выручу, но тем не менее лучше, чем совсем ничего. Ну а на этом же пока. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.